Уральский федеральный университет вскоре превратится в школу научную. Главный вуз региона ждет реорганизация. Уже к осени на базе части институтов УРФУ создадут 3 новые стратегические академические единицы. Это школы, в которых будут активно развивать самые востребованные отрасли науки – естественную, математическую, индустриальную и IT. Там будут сосредоточены лучшие магистерские программы, там будут сосредоточены лучшие университетские кадры, и на фоне всего этого создается единая база бакалавриата по всему университету. Создание таких стратегических единиц – одно из условий участия УРФУ в проекте 5100, смыслом которого является попадание 5 университетов страны в сотню лучших вузов мира, хотя бы по отдельным предметным позициям. На эти цели Уральский федеральный получит дополнительное финансирование. Так, в этом году на развитие, в том числе на реорганизацию, университету выделено более 500 000 000 рублей. В планах открыть здесь еще 3 академические единицы – инженерную школу Smart Energy, школу медицинской химии, фармацевтики и медицинской инженерии – а также школу социогуманитарных наук и технологий.